Первенство по художественной гимнастике, посвященное Дню космонавтики, состоялось в Универсальном спортивном комплексе Подмосковья. Более 300 участниц в возрасте от 5 до 18 лет выступили в индивидуальной и групповой программах. Художественная гимнастика – один из самых зрелищных и изящных видов спорта, суть которого заключается в выполнении гимнастических и танцевальных упражнений. Гибкость, растяжку, грациозность, хорошую координацию показали спортсменки из Щелково, Фрязино, Пушкина, Ивантеевки, Зеленограда, Красногорска и других уголков Подмосковья на первенстве по художественной гимнастике, посвященном Дню космонавтики. Программа соревнований включала в себя групповые и одиночные выступления с булавами, мечом, лентой, обручем, скакалкой и без предметов. Мастерство продемонстрировали как опытные спортсменки, так и совсем юные гимнастки, которые только начали свой путь к вершинам мастерства. Воспитанницы спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Щелково показали отличные результаты. В индивидуальной программе обладательницами золотых медалей стали Кира Коптева, София Якоби, Анастасия Иванюхина, Диана Захарова, Эльвира Шубникова. Наши землячки отлично показали себя и в групповых упражнениях. Команда Подмосковья одержала победу в программе мастеров спорта. Команда «Дианта» в программе кандидатов в мастера спорта. У команды «Победа» второй разряд. Также девушки принесли в копилку серебро и бронзу. А 5 гимнасток получили разряды кандидатов в мастера спорта.